Сегодня у нас проходит Кубок Украины, открытый Кубок Украины, на котором присутствует 600 спортсменов из разных областей Украины. Это первый Кубок Украины, который мы проводим по версии World Kyokushin Budokai. Такие кубки будут проходить раз в год, а также будут проходить чемпионаты Украины тоже раз в год. В Полтавской области этот спорт достаточно глубоко представлен. У нас только в самом городе Полтаве 15 инструкторов, а также 8 инструкторов по области. Занимается порядка тысячи, может даже больше детей и взрослых спортсменов. С каждым годом это число растет, мы развиваемся, открываем новые залы в регионах, как бы в районах, а также по Полтаве. Тенденция такая, что за 2-3 года мы приумножили наше количество дважды, как бы детей все больше, спортсменов все больше, взрослые ходят. Помимо нашей организации 5 других версий Киокушин. Это такой серьезный турнир. Это год чемпионата мира всех организаций, всех ответвлений подразделений Киокушин карате. И в нашей организации уже в октябре месяце в Чили будет проходить наш Кубок мира. Проверяем наш состав, смотрим подготовку. И, в принципе, от этого турнира начинаем уже готовиться таким знаменательным чемпионатом. Назовем так, что очень мало спортсменов украинских привозят высшие такие места с чемпионата мира. Мы надеемся, что мы страну порадуем. Вот у нас хорошие спортсмены, у нас есть и были призеры чемпионата мира, чемпионата Европы. Поэтому, надеюсь, флаг нас поднимется и в Чили. Хотелось бы, чтобы поддерживали в планах финансов, потому что ребята ездят и на зарубеж, на соревнования, представляют на международных турнирах, именно Полтавская область. Хотелось бы, чтобы помогали им ездить, потому что не все могут, а спортсмены есть талантливые, дети и взрослые спортсмены есть, которые могут это делать и которые это делают и занимают первые места на международной арене. Хотелось бы открыть со временем какой-нибудь центральный хонбу, центральный зал, где бы могли бы сборная Полтавской области тренироваться отдельно, скажем так, потому что сейчас она тренируется то в одном зале, то в другом. Находим возможности.